Владельцы помещений многоквартирных домов могут проводить общее собрание собственников жилья онлайн на базе государственной информационной системы жилищного хозяйства. Кроме того, благодаря цифровому сервису стало проще оплачивать услуги как управляющих компаний, так и ресурсоснабжающих организаций. В системе содержится информация о коммунальных услугах, проведенных работах, системах коммуникации, жилищном фонде, а также о дополнительных средствах, необходимых для функционирования всего этого хозяйства. Поставщики услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельности, данные о тарифах на оплату жилья, перечень должников по коммунальным услугам и прочее. Действующее приложение ГИС ЖКХ позволяет всем собственникам квартир в многоквартирных домах оперативно получить информацию о жилищном фонде, размере оплаты за жилое помещение, задолженности, о плановых отключениях воды или электроэнергии, а также внести показания приборов учета, проверить тарифы, пожаловаться на некачественные услуги, оплатить счета и тому подобное. Отметим, если гражданин зарегистрирован на портале госуслуг, для входа в личный кабинет ГИС ЖКХ дополнительной регистрации не потребуется.